Привет. В магазин Став приехала новая коллекция обуви и одежды Глоуб. Накануне суровых украинских зим для вас есть отличное предложение. Утепленные кеды Глоуб с мехом. Есть вот такие низкие модели Пантеры и есть высокие Мотли. Эти кеды представлены в трех расцветках. В серой, черной и темно-коричневой. Также в коллекции присутствуют куртки, которые вы можете носить будь то осенью, зимой или весной. Есть вот более легкие модели и есть более теплые, которые больше для зимы подходят. Согласитесь, у каждого есть такие джинсы, которые он перестает носить по собственной воле только на время, когда они в стирке. И Глоб именно такие штаны. В новой коллекции присутствуют штаны с заниженной талией Slim Fit, а также классические прямые штаны. У Глоб в этой коллекции присутствуют портфели разных моделей. Начиная от практичных, на которые можно повесить скейт, заканчивая обычными, в которые можно положить ноутбук и прочие мелочи. С каждым днем тема шапок становится все актуальнее и актуальнее в связи с приближением зимы. Глоб предлагает нам массу вариантов цветов и форм. Крупная и мелкая вязка, длинные и классические, с помпонами без, однотонные и в интересных цветах. Кроме того, присутствуют мелкие аксессуары. В первую очередь это перчатки Langley, которые предназначены для пользования сенсорными экранами. Во-вторых, отличные скейтерские носки. Они имеют уплотненные зоны пятки и носка, а также дышащие ткани.